«Алло, мы ищем таланты». Продюсерский центр Луганского недогосударства с названием «В духе сталинского вампира Родина» набирает группу боевиков-музыкантов. Ансамбля еще нет, но название уже придумали. «Вежливые люди». Правда, судя по афише, своих героев-боевиков узнать в лицо не получится. Мнимые артисты фотографируются в балаклавах. Объявление о поиске боевиков-музыкантов можно встретить на луганских улицах. Фото опубликовано в группе «Украинский Луганск». Со зрителями проблем не будет. Террористы уже тренируются загонять людей на концерты. Так, в оккупированном Алчевске 6 декабря прошла благотворительная акция «Шансон во благо». Выступали Марат Гараев и Инна Наговицына. Послушать отбросы российской музыки желающих в оккупированном городе не нашлось, поэтому на концерт сгоняли местных бюджетников и коммунальщиков. Такие же вежливые люди с автоматами.